8 апреля в регионах страны по инициативе молодежных ресурсных центров и молодежных организаций стартовала республиканская экологическая акция «Таза Казахстан». Она продлится 5 недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике. Акмолинская область присоединилась к масштабному мероприятию. Первая неделя, которая продлится до 13 апреля, носит название «Таза Ульке». В рамках данной акции молодежь областного центра, общественники, сотрудники организации и предприятий провели уборку набережной озера Хопа. Молодежным ресурсным центром Акмолинской области проводится экологическая акция вдоль набережной реки Хопа города Кокштау, где принимают участие студенты всех колледжей города Кокштау. Данная акция будет у нас проходить по 13 апреля, соответственно, ежедневно различные организации и молодежные организации и студенты будут проводить очистку города. Это одна из самых посещаемых мест, к сожалению, как бы места, где у нас посещает молодежь и население в целом. Периодически мы наблюдаем, что они загрязнены. Общий посыл к тому, чтобы соблюдать чистоту нашего города. Сегодня провели первый субботник в нашем городе, за ним последует череда еще субботников. Активисты собрали около 200 мешков мусора. Среди сторонников бережного отношения к природе и студент строительно-технического колледжа города Кокшетау Расул Айтаманов. Я приехал с колледжа СТК, и я участвую в акции «Таза Ульке» и считаю, что нужно проводить такие мероприятия, потому что это приносит пользу нашему обществу и природе. В последующие дни акции активисты произведут уборку в других загрязненных частях города. Неделя под названием «Кейлемекен», которая продлится до 20 апреля, будет посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. Кайырбек Тулегенов, Жырсын Умырзак, Ардах Тлеугабылов, Кокши Ахпарат.